Старый город Вильнюса – это место, где на каждой улице можно увидеть церковную башню, а завернув в проход, обнаружить прежде невидимые детали истории и ощутить гармонию разных эпох. В XIV веке князю Гедиминасу приснился Железный Волк и был основан город Вильнюс. На протяжении веков город Вильнюс наполнялся средневековой, ренессансской архитектурой. В 1579 году великий князь литовский и король польский Стапанас Батарас основал в городе университет. В период классицизма Вильнюс проектировался архитектором Лауринасом Гуцавичусом. Таким образом, в панораме Вильнюса появились собор, ратуша и дворец Верикей. Таким Вильнюсом, украшенным элементами разных эпох и следами жителей, можно наслаждаться и в наши дни. В декабре 1994 года старый город Вильнюса был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.